Всем большой приветик. Посмотрите, сколько нас тут. Она попросила разрешения, я разрешила. Люся. Подстань, говорит. Немножечко поговорим, вот я обещала про цветочки. Ну, знаете, вот мне вот показывать уже вот нового, ну, наверное, уже ничего нету, не знаю. Вот сейчас собрала здесь маленько, где листик новый вырос, вот локи, ну, в общем, что покажу, понравится, понравится, поставите лайк, не понравится, ну, в общем, пишите. Что там? Вот мои локи, такое вот осеннее, небогатое цветение. Вечером такой аромат шоколада, но вот все равно с какой-то примесью травы, вот на мой вот вкус, запах, ну как вот, обоняние у меня такие. Вот это еще гроздь, корзинка распускается. Ну вот она цветет круглый год, вот круглый год. Вот даже это мультифлора более капризна. Вот я бы так сказала. А вот это, ну молодец, ну вообще. Стоит она, может она и пообильнее бы цвела, если бы я ее удобряла. Еще она мне под лампой стоит. Вот верхние листочки немножко вот прихватил, прям высоко, ну прям в лампе пожелтели немножко. Вот, вот, ну, расти она мне на два ствола, сама начала, вот тут видно, вот это вот два ствола. А вот здесь верхушечку я уже, ну, я обещала, мне сейчас черенок растет, то есть, как бы это, пуститься сама, можно сказать. Ни одной палкой, вот сколько уже их я омолаживала, новых было, одной палкой они никогда не росли. Ну, что, надо кушать, покушать они любят. Что еще? Я про нее рассказывала, у меня отдельное видео. Просто сейчас хочу вам показать. Листочки все вот. Ну, все хорошие листики. Вот единственное, что уже пора на окно ей. Под лампой ей не очень. Вот. Желательно вот их где-нибудь на восточном окне выращивать. Вот такие вот хвои. Или на северном с досветкой. Ну, тонколистные. Кто у нас так громко ест? Люся. Ну, в общем, моя любимица тоже. Сейчас вот это лазиант опять цвет набирает, в который раз скидывает. Набирает, скидывает. Проитори то же самое. Господи, я говорю, как же вы меня задрали? Чего вам надо? Потом это... Мультифлора отцвела, не успела я ее захватить. Как ее, Лии или кто она? Лилуи, господи, Лии, по-моему, тоже. Вот навыбрасывает там несколько штук цветоносов. Забросит. Чего надо, не пойму. Вот одна вот эта вот радует. Всегда цветет, всегда. Молодец вообще. Вот сейчас вот черенок стоит у меня, который вот у меня просили на продажу. А он уже цветоносы набирает. Вот такого размера черенок. Очень хороший хор. Ну давайте поставим. Сейчас вот эту сразу вам покажу. Немножко она мне обросла после стрижки. Стригла ее столько лет. Все, больше говорю, нет. Единственное. Ну, это поняли, кто? Это ундулата. Я не знаю, по номерам она какая. Но у меня, я считаю, что это со средним листом, который загорает, листья у нее загорают. А мне надо с длинным листом, который не загорает. Вот если вдруг, мало ли, у кого-то нету такой, а с длинным есть, я бы вот вырастила черенок на обмен. Ну, если, конечно... Я не навязываюсь, но резать на продажу я ее не буду больше. Вот именно на продажу. Сейчас она обрастает, прям вот листики вот такие красивые. Потому что я уже ее всю изрезала, она мне растет на два этих роста.
Там он цветонос образуется, но я сильно на него не рассчитываю, видите. Потому что он давно уже сидит. Я как-то так скептически отношусь к этим цветоносам. Знаю один секрет. Сама проведу, потом вам расскажу. Почему у некоторых золотых ручек цветут вот такие вот все хвои, все в цвету. Я этот секрет знаю. Ну попробую сама, потом вам расскажу. Так, сюда это поставлю. Так, ну как я не могу показать? Новые листики. Это моя абавата альба. Я мужу говорю, давай ее с собой повезем в сумке. Если все погибнет, она у меня останется. Ты что, все погибнет? Прям ну, такие листья не могу. Сидела какие-то силиконовые. Вот прям вот прям трогаешь их, они обалденные. Вот видите, уже каемочка такая, прям как надо. Вот. Ну, листики еще не выросли в размере. Ну, не могу, я ее люблю до страсти. Вот Лиза, это у меня на втором месте. После Лизы. Лиза, конечно, Лизу никто не сдвинет. Никогда. У меня. А вот эту мадам на втором будет месте у меня. Очень я ее люблю. Прям не могу. Ну, я подкормила только раз. Конечно, может, уже бы она меня и вымахала, если бы кормила ее все. Ну, думаю, куда сейчас, говорю, торопить их. Переедем, там видно будет. Корешочки такие хорошие все прям. Ну, она у меня в грунте уже сидит. Вот, все. И сплэшечки прям такие, скажем, немало. Люблю. Так, дальше. Вот это я вам показывала, это мне приходило, я прям вот захотела вот эту кэрри. Вот да нельзя. Желтый лист, помните, совсем был? Вот он здесь зеленеет потихоньку. Ну да, будем тебя. Все, это он зеленеет и будет зеленым. Ну, таким светло-зеленым. Вот мне именно вот эту надо. Вот почему, не знаю. Лист, конечно, крупный очень. Что-то у меня сегодня голова так болит. Погода портится опять. Вот. Ой, все, растем, зеленеем. Очень довольна я этим видом тоже. Так. Это моя, я верхушку просто воткнула, поставила в тепличку и вон что есть. И она уже просто пошла. Это вообще я ее брала как круглые эти, даже этот маточный лист у меня сохранен на том кустике. С круглым листом. Но она сейчас выдает всякие разные. Хотя я не кормлю ее. Чего ее кормить? Она растет быстро. Главное, ее не пересушивайте. Типа, она пьет очень много. Вот еще раз повторюсь. Прям очень много. Вот они, тепличка с лампой, что делает. Смотрите, какая варигатность красивая. Я достала ее из теплички. Так, вот этот у меня лист. Вот я сейчас скажу. СС-1305. Не знаю, может, имя дали, не дали. От Цуриса там или от кого, я не знаю. Не знаю, врать не буду. Вот первый листик она дала мне. Ну, пока ничего не могу сказать. Будем дальше наблюдать. Ростик, вот он. Ну, первый такой вот. Домашний мой. Но я думаю, что еще по первому листу судить не стоит. Главное, пошла в рост. Вот это вот у меня тоже пошла в тепличке. Все вон корни вылезли. Прям сразу сердечко выдало. Интересно. Вот. Кэрри. Варикатные, ну не знаю как.
рисовать. Так, вот это очень медленно, не, она не в тепличке, но как корни дала, я ее вытащила. Наверное, зря надо было подольше подержать в тепличке. Я ее тоже вам показывала, когда получала. Сабах, СП Сабах и ИПЦ 7950. Она, говорю, загорают у нее листы потом, и листья более крупные. Ну, растем потихоньку, но не торопимся. Вот ростик там, листик. Конечно, в тепличке они махом, они быстро даже. А если еще и кормить, то там все вообще быстро. Вот так. Вот у меня Элли. Ну, что хочу сказать. Это беру второй раз. Первый раз взяла, она пошла, вообще сразу пошла этим, без сплэша. Взяла второй раз. Сегодня отрезала новый рост, примерно вот такого сантиметра. Он тоже сплэш не дал. Какого сантиметра? У меня сантиметров 10. Ну, вот таких. Да, где-то вот такая вот это, веточка, хотел сказать, вая. У меня уже все смешалось. Она тоже пошла без сплэша. Я ее отрезала. Буду биться, пока не пойдет, как вот надо. Он загорает тоже красиво. Ну вот, Элли. Дальше что еще? Вот эти вот хотела просто для сравнения. Это обычная. Кто? Господи. Ну, что я такая беспамятная? Скажи мне, кто это? Я тоже не знаю. Не нервничать. Хорошо? Ну. Сейчас. Полинейра. Полинейра вот обычная, зеленая. А вот укоренилась у меня сильвер. Ну, как бы видно, да, вот отличие. Ну и вроде договорилась я на брогет. Будет у меня брогет снова. Она была у меня. Вот. Вот и скажем, брогет, вот, ну, тоже он, ну, такая светлая, на ней эти полоски светлые. Есть на темный, как бы жирный, а то на свет. Ну, тоже, кстати, я когда показывала в прошлый раз, я и забыла, она уже была укорененная, очень быстро укоренилась. Теплички, девочки, теплички делают чудеса просто. Но, опять-таки, как сказать, не со всеми видами. Вот некоторые таечки у меня там сидят очень долго полученные тоже. Вот черники я брала тайские. Вот сидят, можно сказать, парочка с весны. Укоренились, все, но рост пока не дают. Не знаю, может подкормить. Хотя, что кормить-то, я не знаю, такие маленькие-то. Как-то я никогда не кормила. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас ничего не буду делать. Голова забита. Вся каша в голове вообще. Надо дела делать. Разбирать все. Ничего не хочется. Ну, как? Я имею в виду уже какую-то посуду, которую я не пользуюсь, но возьму с собой. Вот кастрюли, да, допустим, надо все упаковать. Ну, ничего не хочу. Что-то у меня настроения никакого. Ну вот, ладно, не буду вам передавать это дурное настроение. Цветы красивые, правда? Все равно я вот открываю вот эту тепличку. Там увидела листик новый, тут увидела. Там у меня черенок. Это кто есть-то? Ну, что с памятью вообще не пойму. Ну, короче, два листика и цветонос. Быстро они в теплице. Я вот про секрет-то, про это хотела рассказать. Хотите, чтобы у вас растение вот даже вот такого размера было все усыпано цветами? Покупаете аквариумы. Ну, в общем, емкости прозрачные, большие. Вовнутрь ставите пару ламп, светодиодных там или фитоламп.
сверху, естественно, закрываем тоже чем-то там, желательно прозрачным. Все, они у вас все будут, да, при этом удобряем осмокотом. Все у вас выпрет быстро, все зацветет, все будет махом. Кому надо быстро, делайте так, мне не надо. Я не тороплюсь, пусть немного растут как-то сами, потому что они привыкают вот к этому. А потом что? Ну и выросла она вот такая. И чего, куда я ее? У меня есть такие уже лошадки. Вот у меня муж специально цветочные коробки заказывал, которые вот цветы получают в магазинах. Вот под них, под папоротники вот заказал и под некоторые хвои. Поэтому я не тороплю. Вот весь секрет вам рассказала, собственно говоря. Ай, золотых ручек. У кого все в цвету и все прочее. У этого может добиться каждый. Ну вот и все, наверное. Будут какие вопросы, пишите. Спрашивайте. Все равно видео еще целый месяц буду делать. Ну как, месяц впереди. Ну а потом перерыв. Ну все. Всем всего доброго. Всем красивых, здоровых растений, чтоб цвели у вас, благоухали, чтоб ваша душа была радостная. В общем, всем всего доброго. Пока.